Ну что ж, мы подошли как раз к участку, который 5 дней назад наши коллеги-партнеры, которых мы попросили, обработали для нас, для того, чтобы продемонстрировать, как работают диссеканты. И, судя по всему, по внешнему виду растения, наши коллеги знали все 5 правил и четко их соблюдали. Однако мы можем на некоторых растениях увидеть очень хороший наглядный пример того, что качество обработки сильно влияет на то, как будут проходить диссекации непосредственно растения. Смотрите, здесь крайнее растение, и туда, куда попадал препарат, растение поменяло свой цвет и подсыхает. С обратной стороны, соответственно, куда не попал препарат, растение остается зеленое. Это еще раз подтверждает, насколько важно качество при обработке контактными препаратами. Андрей, я прав? Да, абсолютно прав. То есть при работе реглоном форта, как в данном случае, одним из важных параметров является качество нанесения рабочего раствора на целевой объект. Тут мы это очень хорошо видим. Где попал продукт, там он и сработал. Где не попал, там, соответственно, растение зеленое. Обращайте, пожалуйста, на это внимание.